Ровно год спустя снова в столице Заполярья. Певица Мара в Мурманске открыла вторую часть концертного тура нового альбома «Война и мир». Смотрите сегодня в 20 часов на Арктик ТВ «Мара, проще говоря». Мурманск! «Война и мир, любовь и смерть» – что общего у Мары с произведением Льва Толстого? О пути исканий, действий и бездействий. И почему новая программа так кардинально отличается от прежнего творчества певицы? Кто подсказывал Маре строки? И очень многие строки я их не придумала, я их не взяла с потолка откуда-то. Я их прочувствовала, потому что мне о них они рассказали. О том, что является нашей реальностью. Это реальность нашей страны, наших людей, наших русских людей. Война сегодня во все времена и война человека с самим собой. Почему в альбоме ее больше, чем мира? И что такое для Мары патриотизм? Это категория общества, которое любит повонять как следует и, так сказать, раскидывать грязь на ту страну, в которой она живет, я вот ее не понимаю. Почему Мара не поехала на Донбасс и не стала бы фотографироваться с хэштегом «Кадыров патриот России»? О задумках нового альбома и старых песнях, которые сегодня звучат по-новому. Теперь эту песню будете слушать так. То есть раньше вы ее слушали как про какие-то там башни американские, а второй куплет у нас вообще про подлодку «Курск». Это было изначально так всегда. Но когда произошел теракт с нашими, опять же, с нашим целым самолетом русских людей, я сказала людям на концерте: все, воспринимайте эту песню теперь через это состояние. Смотрите сегодня «Мара, проще говоря», в 20:00 на телеканале Арктик ТВ.